здравствуйте. Мы приехали. Я у дочери в гостях. Маленький обход сделаем. Розы отцвели, конечно же, уже. Цвели очень красиво. Это уже по второму разу будут. Вот. Побеги пошли. Здесь то же самое. Покажу. Покажу только побеги, потому что все уже обрезали. Но очень много побегов. Это доцветает красное. Там вон вдалеке за яблоней уже флокса цветет то же самое. Вон видите, цветет флокса. Это зимняя яблоня. Подойдем ближе сейчас. Посмотрите, нужно уже подпорочки ставить. Какая красавица, умничка. На земле прямо. Наливаются яблочки, поэтому нужно подымать веточку. Веточку нужно подымать. А вон там вдалеке флокса. Помидоры уже вяжутся. Сейчас подойдем к другим помидоркам. Это вот такая сливка. Сливка такая. Она будет такой формы. Я же семена покупала, я помню. Вот такая длинненькая совсем, видите? Сейчас покажу вам виноград. Первый год у них такой виноград. Ну, то есть лоза, наверное, только второй год. В том году она была маленькая. А в этом году, посмотрите, какая грусть. Это вот одна грусть такая. Одна. Вторая на земле лежит. Вот так надо подкладывать. Потом где-то еще я видела. Там тоже большая. Первый год урожай. Не знали даже, какой это виноград. Ну, какой. Подошла с другой стороны, вот так показать поближе. Тоже хороший такой. Похож на дамские пальчики. Здесь другой сорт. Посмотрите, похож на кишмыш. По-моему, это кишмыш. Вот. Веточки такие, грусти. Сейчас покажу здесь. Но мне похож на кишмыш. Здесь молодые деревца посадили. Сейчас покажу. Молодые. Это яблонька, по-моему. Да, по-моему, яблонька. Там где-то кизил, слива. Мы у дочери решили сварить варенички. Варенички, посмотрите, с чем. Красная смородина и черника. Чернику купили на рынке, а красная смородина своя. Нарвали. Мы будем варить вареники. На улице пасмурно. Значит, не очень жарко. Будем варить вареники. Делаем тесто. Сначала муку в посуду накладываем. И кислое молоко у нас с простокваши. Самое обычное легкое тесто. Смотрите. Просто мука. И просто кефир или кислое молоко. Вливаем. Ничего не добавляем. И вот так помешиваем. Сначала ложкой, а теперь рукой. Вот так помешиваем. Хорошая уже, видите, вымесилась. На хрусточку насыпали муки. Взяли часть теста. Заранее приготовили муку и сахар. И у нас красная смородина пока идет. Потом будет черника. Отделаем такую колбаску. И начинаем резать. Вот так. Ну, как обычно, как на варенике, да. Смотрите, все пальчиками. Вот так вот, без скалочки, без ничего. Чтобы чувствовать тесто. Все, получилось у нас. Сначала сахар.
Потом ягодка идет. Закрываем наш вареничек. Все, вареничек готов. Посыпаем мукой досточку и кладем вареники. Следующий тоже так же. Все такие же движения. Пальчиками разминаем. Делаем такой большой блинчик, заготовочку. Кладем сначала сахар. Обратите внимание, сначала сахар, а потом ягода. Это самое главное. Самая лучшая подсказка в фруктовых варениках. Потому что если на фрукты будете сыпать сахар, он будет рассыпаться. И будет плохо, потом вот плохо будет схватываться тесто. Все, вот такой вареничек опять. Все, вареник готов. Продолжаем лепить. Лепим вареники, продолжаем. В данный момент сейчас вот покажем, как черникой. Но принцип тот же самый. Сахар и ягода. С клубникой то же самое, с вишней также. Сначала сахар кладем на тесто, а потом фрукты. Так они лучше себя ведут, можно сказать. Не развариваются. Сахар внизу получается. И там, когда слепливаем, то оно хорошо склеивается тесто, потому что не попадает сахар. Вот такие вареники, красавчики, видите, ни один не потек еще. С этой порции получилось 33 вареника, при том, что вареники, когда с фруктами, не лепятся маленькими, видите, какие они. Невозможно слепить маленькие. 5 ягод положить, тоже невкусно будет. Средние. 33 вареника, а кефира там было 300 грамм где-то, чашечка такая была. Ну а муки сколько возьмет, конечно же. Сейчас будем варить. Закипела вода, и солим ее, подсаливаем водичку. Мы же в тесто не клали воду, соли вообще не клали. Все, бросаем варенички. Все как обычно, варим вареники. Посыпали сахаром дно посуды, куда будем складывать. В данный момент у нас вот эта супница будет. Мы всегда вареники в супницу складываем, очень удобно, кстати. Крышечка есть там. Не больше 5 минут варились, всплыли наверх, и вареники готовы. И сюда их отправляем. Вкуснотень. Я так люблю с фруктами вареники. Клубника, черника, вишня. Это все мое, самое любимое. Да, я совсем люблю, наверное. У всех, наверное. Мне кажется, что вареники все любят. Так, и пересыпаем сахарком. Чтобы не слипались. Многие маслом, конечно, любят, сметаной мы этого не делаем, да, Леночка? Ну, мы сахаром. Варенички готовы. Приятного нам аппетита. Смотрите, зять на трассе был, ехал и купил грибы. Белые, прекрасные грибочки. Сейчас будем мыть и чистить. Какое небо. Обещают грозу. Была вчера гроза. И вот обещают опять грозу. Мрачное такое, темное. Так яблонька смотрится. Это белый налив. Вот-вот уже готов будет. Созреет. Вот здесь белый налив. Посмотрите. Тоже вот-вот уже. И тоже обратите внимание, как растут. Листики закрывают. Тоже веточка уже хочет, чтобы ее подняли. Грушка, умничка, смотрите. Тоже. Болеет чем-то. Чем-то листики нужно. Видите, какие, что случилось с ней. Вот такой листик.
Подскажите, если кто-то знает, что это. К абрикоске подошли. Вот она какая. В этом году ее не очень много, самого абрикоса, но хороша все равно. Не облепленная, но есть. Немножко есть. Вот тут красавцы висят. Хороший абрикос, оно в этом году поменьше. Ну ничего. Сейчас подойдем к бассейну. Водичка шумит.